Друзья, привет! Приехал я на рыбалку. Буду сегодня ловить на Москва-реке в районе Бронец. Буду ловить не один, в принципе, как всегда, с Андреем, который ловит рыбу круглый год. Он уже, кстати, кидает. Я чуть-чуть припозднился, так что сейчас бегу к нему и приступаю к ловле. Снасти собрал. Так, как всегда, буду ловить на спиннинг. Попробуем сегодня половить щучку, судачка. Надеюсь, кто-нибудь да попадется. Так что вперед, погнали на рыбалочку. Нашел я нашего другана, спрятался. Кстати, у него завтра день рождения. И мы сейчас ему подарим небольшой подарочек. О, подарки я люблю. Ну, Андрея мы поздравили, подарок небольшой подарили. Начнем ловить с мандулки, с такой производства виновника торжества. Посмотрим, как подарок был от души или нет. Все, 20 грамм, мандула, страдик, crazy fish, закидываем. Немножко подморозило сегодня, но надеюсь, это нам не помешает половить рыбки. Андрей уже здесь кидает, наверное, около получаса. Говорит, пока тишина. Сход, блин. Сход прямо у берега. Окунь, походу, был. О, на Москва-реке налимы попадаются. Дропшот. Твистер. Некрупный налимчик. Чего только не встретишь. Переехали с Андрюхой на другое место. Там у моста что-то вообще глухо. Мужичок один поймал две рыбы, налима и щуку. Мы оттуда уехали, будем ловить сейчас в другом местечке. Надеюсь, нам здесь больше повезет. Есть! Есть второй заброс. По совету Андрюхи облегчился. Такой удар. Ох, что-то хорошее. Жабка? Ой, судак за хвост. Судак за хвост? Да, судака за хвост. Хороший судак. Но не по-честному. Собака. Ну ладно, попался зато за хвост. Блин, ну, как я его сфоткал, все равно бы отпустил бы, а? Ну, ну нехороший судак. Рыба есть. Рыба есть, обрызгал меня всего, сволочь, блин. Надо было фотку там, Инстаграм, ВКонтакте сделать. Ну ладно, ничего, пускай плывет, живет. Вот поклевка. После пойманного мною бревна большого, Андрюха кого-то взял. О, щучка придавила. Не крупная, но придавила. Ну, поздравляю. Сегодня это день забагренной рыбы. Ага. Опа, есть, ребята. И у меня есть поклевка. Ох ты, ой-ой-ой. Кто же там? Кто же? Кого-то взял, но не крупная. В корягу завела. Блин. Сволочь! В корягу! Да что ж сегодня за день такой-то? В корягу завела! Подлюка! Все! Рыбовка как? Это как? Блин! Некрупная рыба была и завела в коряжку. Давай, выходи оттуда. Ну пипец, блин. Отцепилась. О, щучка. Отцепил ее от коряжки. Вот она. Некрупный шнырек. Клюнул на Андрюхину мандулку расцветки Украина. Точно такой же примерно, как он поймал сейчас. Ну,
Походу вечерний выход начался. Может быть. Давайте ее отпустим. Иди плыви. Давай, давай, отпускаем. Позови нам бабушку, дедушку, другана судака. Скажи, здесь ловят, фотографируют и отпускают. Не едим мы рыбу с Москва-реки, как некоторые товарищи. Есть, ребята, прям под берегом опять взяла. На агрессивной проводке. Щука, солнце светит. А, хорошая щучка. Ну такая хорошая, относительно хорошая. Ну взяла. Так, надо иди сюда. Давай мы тебя. Опа, жабка еще одна сегодня взята. Фу, вымучил. Вы наплакал еще себе щучку, но это получше. Ну вот, друзья, вот такая вот жабка взяла, ой, бойкая, вырывается. Взяла у нас на мандулку вот такой вот расцветки, 20 грамм, причем, так скажем, на агрессивной проводке. Резко начал подматывать и подергивать. И тут практически у берега она решила соблазниться этой мандулкой. Атаковала ее и была поймана. Ну давайте не будем мучить, пойдем ее отпустим. Скажем спасибо тебе, зубастая, что порадовала нас своей поклевочкой. Плыви, отпускай, ну отпусти мой гриб, он невкусный, лип-гриб. Ну отпусти, ты, я же тебя отпустил, все, отпускаю. Не хочет отпускать, прикиньте, да отцепись ты. Все, мой лип-гриб ей понравился. Говорит, не отпущу тебя, да? Ну давай, жаба, отцепись. Открой рот и отцепи. Ну какая, смотрите, я ее, о, вот и все, плыви отсюда давай. Кстати, покоцанная, у кого-то она в зубах побывала. Плыви, плыви. Спасибо. О, мандулу мою нашел. Нет, это не. А, нет, не моя. Я думал, моя, которая ну, оторвал. Тоже неплохо. Ну, тоже неплохо. Трофей. 26 грамм. Ху-ху-ху-ху. Вот что называется перегруз. Андрюха опять кого-то взял. Ну, вообще прям красавчик. Перешли немножко, сместились на другое местечко. Ой, кто это? Жерех. Нифига себе. На какую? На желтую резинку взял? Да. Походу, жереха взял. Ой, что-то маленький какой-то. Кто это? Забагрил. Алёшка. Алёшка! Маленький... Ой, еще повыше подними. Не могу. Алёшка! Алексей Алексеевич! Живи на живца, ловим на живца, закидывай. Как раз за хребет его. Ну, друзья, на этом наша рыбалка подошла к концу. Если вам понравилось это видео, не забывайте оценить. Ну, а я на своем новом комплекте погнал домой. Всем пока! До встречи на рыбалке! Пока-пока. Увидимся на Оке.